же сиджу. Нам еще киля надо потравить. Как да убьем мы этого феникса, ёбаного. Убьем киля, не потравим. Факт. Или просто фак. Или вы хотите оставить кота без шума? Маги, дайте инту, ё-моё. Интури, маги, что за обдела? Где инта? Обдела. Абдула? Абдула. Достава я таган. Обделала. Костя, разверни, ну ё-моё. Хорошо. Уголь заберите. Края подведите. Там Слава забрал. Переключились в уголек. А Мабамчу хп в два раза порезали, получается? У него... А, 3-2. 3-2, а то 2 ляма сказали, я думал, нихуя себе. Так же уголь? Я 3 не поменял. Полетел медведь. Страхуйте. Мы же этот уголек добиваем, да? На следующую платформу, на следующую платформу летит. Ну это чё? Ну, все нормально, пока. Да, да. На следующую платформу. Я забыл, что это 4-я платформа. Я ищу платформу, ее нет. Подожди, не флуди. На следующую платформу танк. Юль. Ну все, это вайп. ДФ. А че? А че такое? В чем проблема? ДФ, ДФ. О, живые, раз, живые, два. Живые. Два Василия. А, она тоже умерла, все, подойди. А, ну ладно. Что случилось? Небольшая. Кто у нас получается? Холидринка и Вилаша, да, основные? Да. Да, я говорю, я забыл, что это 4-я платформа, говорю, я побежал как на следующую платформу, смотрю, там уже лестница, нахуй, давай назад бежать. Вот это сложный.
Блять, что так искрит, сверкает. Да, спецэффектов пиздец. Рыбу Лапк. Нельзя поесть. Ну, комната по факту конченая. А зачем тебе наверх, МПХ? Там спрыгивать надо будет сверху, ты в курсе? Ваня, тапки КД 3 минуты. Если ты имеешь в виду инженер. Ну да, можно засовиться. Разочек. Я пуляю. Давай. Геро. Надо мне на вторую фазу разложить. Да кусака не бьет, бегает туда-сюда. У него что-то и берсы нету на этой фазе. Он снизу стоит, смотрит такой. Мечется. Недовольно. Рарника прохильте. Второй, блядь, секунд 15 недоступен. Аппарат абонента выключен или находится внизу на действии сети? Совершенно верно. Пепел сливаем. А кусака наглый, но... Следующая жадничает. Платформа. Следующая платформа. Удар пламени. Ну зачем? Почему? Опа. Ну что было? Я его протянуть хотел. А это всего первая фаза. Я хотел протянуть, понял, чтоб меньше бежать потом. Понял. А возможно этот дух стаи давать во время перебежек или нет? Можно. Нет. Там или она перебивает какую-то ауру? Хорошо, сейчас перезайду. У тебя танк, но урон получается стабильно. Понял. А то так вот, когда вот это... Перетяжка идет огромная. Ну если с нами тема. Хантер наверху бегает, он может, типа, хуй знает.
Ну, типа вот с это, с одного с кружка на звездочку, я думаю, можно включать. Чтобы быстрее прибежали. Ну да, 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 вот про это и говорю. С платформы на платформу, когда наверху перебежка, в принципе, недолго. Да проще ПВПшную чарку заделать, ну 12 скорость. Да, начертание, ой, наложение ежешь, 12%. Ну, это я вранье говорю. Инту, пристабав, желание... Стефан, я же сказал, у меня крашнуло. Я только зашел. ВП-ханта, ты попробуй там сверху бить с ними. Перебафы эти паладины, каску по себе, плюс. Кто там каски баф? Ой, блядь, кулак. Да, сейчас Слава зайдет, он перебафы. Спасибо. Я его вот тут споймаю. Изначально, чтоб меньше бил. Не-не. Зарплата. 25-го зарплата. Типа танки меняться должны. Что там, все готовы, блять? А так это она рандомно выбирает цель. Да, если в ней будешь стоять, будешь получать дамаг и плюс стакаться, ну как, огненный урон. Маленький мишка, это так смешно, это пиздец. Микромишка. Что там, все готовы, да? У него 130 было же, да? 133. Чтобы лучше было, да? Не париться. 10 лямов и хорош, да? Как на этом, блядь, скажи. Под Герой бустанули и все, и пошли дальше. Да, да, да. Вверх летит. Кружочек страхуйте быстрее. Страхуй. Кто-нибудь. Это мой парень. Звезда. Влево. Пять секунд смена платформы. Да она успевает, успевает нормально. 15. До смены 10. Ага.
Уголек подведите, чтобы его забрали. Страхуй бот. А ты зачем спрыгнул? Да уголек подводил, спрыгнул, блядь. У нас на следующей платформе танка нет. Там никого нет. Уголь, Лара, свечитесь. Войд, забирай. Забрал. Все играют в уголь. Следующая платформа, танк. Этот пока не трошки. Он не уязвим. Он в выйде пока. Поехали. Следующая платформа. Бегу, бегу. Уголь. С меня снимите. Да не, пусть не убивает его. Пусть мы переведем его, там добьем на следующий. Кильте меня, блядь, ревностный. Мы должны его убить с этого пула, так как он отсюда прокола, блядь. Если мы не убьем, нахуй это пиздец. Все, пул. Вверх, прыгнули. Все, уже подниматься можно. Держаться. Да, смена платформы 15 секунд. Вы приведете 10 секунд. Да, сейчас переведем. Нет. Что, я на боссе забирать? Вело не уберните, кто-нибудь, от фокус. А, че?
все в кучу. Сейчас метеор ёбнет, все в кучу. А зачем? А вы зачем в роме все пошли? Авар же, вон этот уголек, он же взрывается, вы чё? Не в мелкого надо сбегать. Его бить надо... просто не надо, этого мелкого, его когда он сверху. Его не надо сейчас бить. Вы не забывайте, он взрывается, и взрывается он нормально, рублей на 18. Да больше, ну. На себя метку поставь, и все сбегайтесь. Кто основной танк на второй фазе? Какой раньше взрыва? Ну, Холидринг и Вилаши по очереди там меняются. Да, поставь? Ну, получается, надо бегать в кучке, но в не в танках, танке, да? В основном не в танке. Танк выживает, а ДД не выживает. Все остальные где-то отдельно бегают. Да в основном танки надо всем быть, но не в углях просто. Я вообще, типа, ну, не знаю, я первый раз в вторую фазу видел. Вот это лужа, да, вот это вот пивная? Кольцо красное, да. Ну, так-то не маленькое вроде. Там лужка. Ну... Угу. Ну, по среднему кругу я его веду. Каску кулак дайте. Там в Архиле забафайте. И касок нету вообще. Паладины, каски. И собафан тут. На следующем круге тогда пуляем. Че там, все готовы? Сейчас, ну подождите. Сейчас скажите, как пули будете пулять, пожалуйста, чтобы припод. Ну вот он сейчас подлетит, я его пуляю. Да, меня откинулось. Надо в центр не сбегаться, когда вторая фаза, потому что он в центре появляется и всех расталкивает из центра. То есть вы в самый центр не подходите. В середине не стоять перед второй фазой. Там, видишь, перевели, и он в момент взрыва... Он перелетал, мы бежали за ним. Да, он летел ко мне на платформу, его убили, и меня взрывом откинул.
Ну хорошо, просто вот ты говорили, что next time, ну так. Вниз вверх, прыгаем, вверх прыгнули. Вниз прыгаем. Идите, страхуйте сразу. Все, уже можно подниматься. Он уже не кидает, можно подниматься. ГГ. Не? Ты успел? Охуеть. Самое главное до каста Иванова, чтобы он не пыхнул в рейд. Другая платформа, это другая платформа. Не босса, блядь. 20 секунд там до смены. Не видно. Вниз прыгаем. По боссу РДД. Звезда. Я и прыгаю, бегаю, думаю, может быть, типа заберу. Да, озвучим просто, все нормально. Next platform. Так, кусаку сложили. В смысле, похуй? Рейду не похуй. Десять секунд до смены. Next platform.
если что, сразу лови, меня может откинуть. Прям в рейде, лужа. В кучу собирайтесь. Архиэля надо лист. Лужа, лужа. Меня убило что-то. Ревностно и убило. Вадикон, Берри, Полидрин. От стены отошли все? Коли здесь стоим? Авелания, блядь. И разбав хотели. Сбежали звезду в ромбик. Ничего особенного. Еще он умирать будет угодно. Ой, это Риса и... Сейчас уголек в рейде взорвется. Отведите. Да их пиздец видно на самом деле. Плотность частиц на максимум, все будет видно. Там ну, 30-40. Танкам надо меняться. Я же говорю, два танка там держат этого ебана. Дискон? Дискон. А чё, сервак завис, что ли, или чё? Да, да. Ну там все равно метеор в танка может прилететь. Они могут из него просто выйти, нет? Я так понял, у нас типа два важных момента на второй фазе. Это мы выходим из луж, и то, что у нас трэш должен быть далеко от рейда. Потому что если мы хотя бы одного взорвем в рейде, это сразу вай. Тряпок точно положу.
Прононсе, типа, когда надо на пул на это дать, я вообще что-то не понял пока. Про атаку титана. А, там же вроде типа две часовые серии, да, будут или как? Да, мы только что обсуждали. Одна уже вышла, еще 3 марта. А, 3 марта будет еще? Пришло, блядь, что? Я просто где-то смотрел, что 16 ноября, блядь, будет. Костя, ты в инсте можешь лестницу. 3 марта тебе не надо прошло. Призраком бежать обратно. А, я думал, типа, ты про следующий типа, около своего 3 марта 24-го ты думал? Да. Ну, типа... Она уже вышла, но я думал, скоро... Нет, это я знаю, я посмотрел. Я смотрел где-то на 3 или 2 сайтах, типа, короче, что, типа, следующая серия 16 ноября. Уже, типа, вышла еще одна серия, да? После воды. Ну, часовая нет, только вот одна. Ну, одна, вот она чем закончилась? Где твой труп, Костя? Там много всего. Ну, кто-то интересно, конечно. Короче, последнего сезона, последняя серия была, когда они по воде шли и форт хуярили. Ну да, там закончилось там тем, что... Нет, прикол в том, что... Они его, типа, стопнуть хотели жестко. Ну вот, это вот это ты про нее говоришь, или там еще одна серия вышла? Нет, я про нее говорю. Вот она вышла еще там год назад, блядь. Нет, она 3 марта вышла. Да ну... Ну, я чекал в течение времени. Воскреснуть вопрос. Выйди с инста и обратно зайди. Я понял. Да я прям тут воскрес. Да, я тоже. Имба. Непредвиденная перезагрузка. Ну вот, 28-я серия была 4 сезона, последняя. Нет, там 29-я есть. Вот чекни 29-й, там вообще имба. А, ну так она часовая, вот. Все ну правильно. Да, я же вот, говорю, часовая серии. Одна вышла, а вторую еще вот, сколько-то ждать надо. Не, если это правда, значит того, что она выйдет 16 ноября, то это пиздец. Не, ну, хотя... Ну хотя, да, я же говорю... Ну вот это должна быть еще одна, там, по-моему, 2 серии. Типа, учитывая, сколько они растягивали это все, то, возможно, да. Да. 12 тысяч. А прикинь, такой сейчас говорит, выходит еще, ну, до последней серии, такой, ну, мы еще, короче, продлим, нахуй, на годика 2. Еще разделим на пару частей. Да. Че кринж, конечно. Че там вчера-то? Порш Квала 40 тысяч стоил, уже ноль? Леха, попробуй через альтернативную точку. Кто-нибудь купил? Хуй его знает. Каван? Кого купил? Топор обузили, чтобы... А, так там же вроде типа переделали немножко, да. Там же теперь раз в 3 секунды прок, это хуйня, нет, это так. Он с Марадона падает, типа, и на аукционе выставляли сначала за 120, потом за 40 вчера. Я его в лыжных землях с моба выбил, нахуй. Ну, выжженных землях тоже падает, но там шанс меньше. Ну, про чё? Про топор шквал. Да, про топорик, блядь. А-а-а, вчера, который там продавали, я понял. Так я же говорю, да.
Там Wolfenger спамили, думаю, что, что это. Да с этими двумя топорами, по логике, в хорошем шмоте вчера можно было, блядь... Так а разве там не переделали этот вихрь, типа, ну, вот эти вот стрелы, блядь, что они раз в 3 секунды, типа, срабатывают или нет? Да, пиздец, хуйня сломанная была. На манекене пока 4 ляма. У тебя хуёво соединяется микрофон с гнездом. Короче, гнездо почекай. Ты пердишь. Я говорю, вчера докатки были вообще. Только было до этого небольшого ревока, это просто пиздец. Гош, ты тут? Ну, да, но да, смысла, да, да. Смысла да, ты где убачишь? А грота такой никто не удержит. Смотря как. А я духи внутри не ставлю, так как? Ты где рыбачишь? К телу подойди. Рыбачу? Да, да. Сейчас пытаюсь. Есть такого почтового ящика, ребята? Да, есть. Как хуй тебе надо именно? Ну, на рыбку. А, White Frozen отменил карагер, понял. Ну, короче... Ракушечки находятся в барейке возле этого... Возле янтарной гряды там две лужи, маленькая, большая. Потом что, медузник валяется где-то. Нет. Нет, это второй раз. На второй фазе? Ну, короче, нужно, чтобы он откидывал к стене. Делится, делится. Ну да. Воет, ну мы же не можем все убегать из метеора. Там урон делится, там 100 тысяч. Ну короче,
Я проебал, там джив стоял или нет? Не Рейстабав, дайте. Кто-то выбежит, и кто-то останется. Если он взорвется и его словит три человека, они сдохнут. Алло, Престы. Да, лежа уже, смотри. Нету. Нет, везде есть. Понятно. Я имею в виду, что мы метеор все равно должны баун поймать. Ваня, у тебя есть живь с вами? Пришел? А в стенку, да. В стену, там, да, да, да. Я поставил джерси. А где? А. Сейчас на следующем кругу. Уголек за нами бежит.
Смотрите, когда мы его добиваем, он отталкивает. Надо ж у нас... Не-не-не, когда мы его наверху добиваем, он тоже толкает. Кто не понял, что я говорил? Где, блядь? Мы в уголь играем сейчас? РД. Вы от угольков уйдите все. Из лужи выйти. Мы в Алара играем или в уголь? Звездочку. Хуяся. Тупо сложил. А чё складывает? Ближний был Алара. Вижу. А чё, кто-то меняется по дебафу? Расплавленная броня выплавляет броню цели, снижая защиту на 80% в течение 60 секунд. Если дебаф поймали, вопросы... Ну, мне только с автоатаки бить. Или его... А можно объяснить, в чем заключалась суть накопления так этих угольков? Мы далеко ушли. Короче, когда босса переводят на вторую фазу, до того, как его переводят, милики, спрыгивайте все вниз. Он от доток и так умрет, а если вы будете стоять наверху, вас оттолкнет к стенке, вы не успеете добежать до рейда, вас не прохилят, а когда он заспаунится, он ОЕшкой вас ухуярит. Тут как три человека в том трае умерло. Видите, что у него полтора ляма осталось? Просто вниз прыгайте и все. А на второй фазе танки не меняются после его исчезновения?
Расплавленная броня. Расплавленная броня. Ну хотя бы первую фазу освоили. Доступ на танках есть, пиздец. Не очень-очень сильно от танков зависит босс. Транквилла написал, отошел на 3 минуты в туалет. А я тоже бил, отойду туда. Ну хуй, ждем. Транквилла тут держи кости филис. Что там сделай, Арчи? Пять паладинов мне кулак дадут? Ражник, дай кулак там. Рогом. Там один. Да. Все готово. Могу, блядь. Я ману рисую. А кто первый? Ты на боссе? На следующем круге. Да, может пулять, я в принципе отрисую. Все, можно пулять. Да, да. Прыгнули. Успеешь. Все, уже можно подниматься, уже не этот, не спамит хуйню. Звезда. Ну что, через Крым побежать? Готовимся. Thank you.
Готовимся. Платформа 5 секунд. Прыгнуть вверх. Братишка, подстрахуй. Все, можно подниматься. Кружок. Да, да. Хотя там ни кружка, ни звезды нету. Не доебывайтесь до слов. Это уже в голове просто выстроенные махинации. 10 секунд до смены. 5 секунд. Ко мне летит. Далеко сильно. Не достаю. Слишком далеко. Подождать. Но. Ебать, оно, конечно, все лагает, это пиздец. Эти спецэффекты ебучие. Десять секунд до смены платформы. Пять. Смена платформы 10 секунд. 5 секунд. Я думаю, милишника можно даже не подниматься, но я... Да. И уголек у нас еще. Стопните, стопните по нему, стопните. Лужа под босс. Еще одна лужа. Нормально, нормально, сейчас нормально стоит.
Все в метку. Забирайте его, блин. Зубы играем. Мы в уголь играем. Две лужи в миле, две лужи в миле. Еще лужи под боссом. Так я помню, лужи с этими эффектами даже не видно, блядь. В метку. Пока от мобов не отойдете, не добивайте их. У одного моба 20%. Сейчас шпешник какой-то мобу. Отведите мобов. Лужа под боссом. Лужа под боссом. Там еще одна лужа, но она не под сейчас боссом. Все разлетятся. Он сейчас уже исчезнет. К стенке. Я думал, сорвал. Страшно стало. Из лужи выйти и всем в метку. Я видела, что умерла, БР. В миле лужа, в миле лужа. Да все, не ори. Луж нету. Вот, сейчас лужа появилась. Чуть отведи. Все, вот нормально стоит. Можно иннер под транквилем? Все в метку. Все в метку собрали. Водико. Побежали к стене. Танков прохил. Эвилаш умерла, БР. Я затаунтил. БР где? Поднимаю, поднимаю Эвилаш. Костя, ты зачем их затраил? Костя, не забирай, блядь. Я хотел чуть-чуть подержать под боссом. Войт, на тебе есть дебаф? Хорошо. Вы слишком к стене пододвинули босса. Да я босса наверх повели. Вы, блядь, босса к стенке близко подвели. Отведите босса. Нихуя не видно, блядь, камера ебучая. Костя, забери.
Мелкого забери вот этого, да. В танка летит, и мы сейчас сотка. Аккуратно. Холи дринка прохил. Холи дринк. На Юле дебаф. На Юле дебаф. Юля, прожмись. Я встаю. Вы можете говорить, когда он спускается? Нихуя не видно. Сейчас скажу, я скажу. Он спускается. Сейчас через секунду упадет. Продуксон. Моба добить. Лоу хпшных добивайте адов. Некуда. Слишком близко к стенке. Лоу хпшного ада добивайте. Лужа далеко, не двигай, не двигай, не двигай. Все в метку. Я забыл вообще-то. Сейв, дайте сейв. Скажи, как он спустит. Да, он спускается. Прохил холидрин. РДД, РДД в маленьких. Уж далеко стояли. Да, блядь, далеко уводишь. Нормально, 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 нормально. Мы бегаем за... Блядь, сейчас маленький нахуй зарыгим. Убивайте маленьких. Да босса убейте 3%. Босса не башьте все. Блять. Еще все, он сейчас еще раз упадет. Блять, ебаный метку конь. Собрались? Метку собрались. Маздефы, маздефы дайте на всякий. Давай. Падает. Все, добивайте. 240 тысяч. Триня плащ, триня плащ, триня да, плащ. Триня плащ, триня плащ. Пух нахуй. Боже, блять, какое говно. Тынка. Опа, фолиант. Найс. Триня, как ты и хотел. Хуяся. Ну, колечко нормальное. Ну, это что же тоже парные хиловские триня, да? Котенка на ролл. Да. Да. Кольцо, кольцо дерьмо. Котенка ролл. Давайте да котенка ролл. Кольцо. Нахуй то кольцо, давай котенка. Я такое даже забирать не буду. Завтраки ливаешь, если не убьем. А вы этого каратреса убили, да? Да. Вчера, да, вчера убили каратреса. Витя надо отойти, пускай уже отходит. 10 минут. Он совсем отойдет? Это на хилов, короче. Хпал или хприст? Типа врахи. Ну, типа. Ну, типа, либо врахи, либо транквила, типа, вот. Ну лучше, блядь, транквили. Ну, Иршам для Иршама там... Ему не надо. Да, он уже нам... вторую часть сносит. Нет? Ну, типа... Там нельзя две девать, надо, чтобы... Ну, я и говорю, что у Бидона, по-моему, вторая часть. Ну вот, отдайте Транквили. Пусть отдайте Гоше, если он на хулике играет. Потому что ну, а ну, давай холик... с тобой сразу. Нет, давай сразу решимся. Ты холик или ты ДЦ? Просто вот такой вопрос небольшой. Ну, пока что я ДЦшник. Пока ДЦ, вот. Пока. Когда у меня будет 4 куска Т5, я в холика ебану. Да. Они должны на разных персонажах быть. Вот Бидон вообще, типа, сейчас вообще просто. Это как гадюка и кружка.
Просто сейчас, если мы отдадим мне, получается, типа, да мы... скоро мы выбьем 4 куска вообще. Мне вообще, ну я не знаю, блядь. Ой, по приору давай просто и все. Челикам, ну, да, с этими тренями надо поблизости находиться друг к другу. Нет, ой, не может, там да написано. Нельзя, нельзя. Вот, Лёха, иди сюда. Там написано, становится персональным при получении. Не, ну её 2 часа передать можно внутри 2 рейда. 2 часа внутри рейда можно передать. Ну, я ее смог надеть. Но я не знаю, она будет вообще работать. Ну... Вообще не должна. Ну... Не должна. Так, Виля? Бидону надо. Да, он да, сейчас стоит в горне и в фляге. У меня корень есть. Я даю бидон. Котенка, давай выкини на ровно. Так там же стрелья много приписок, что они не работают вместе и не одеваются. В чем прикол? Они всегда вместе могли носиться спокойно. И работали они вместе даже. Разрыву котенка на разрол. А, у меня котенок. Ванька, на ролл. На ролл кинь. Двух ног. Обивание, мордхаун, блядь. 10. Вы чё, бичи? Просто... Ну, давай сейчас... Да, давай. Живой, случайно. Накидай. Опа, сюда, котенок. Ой, я случайно изучил. А мы дальше на боссах идем? Да я его в сторону. А его при этом его закорневали. Да он в фере был. Он душный. В следующий раз, когда будем бить, это вы говорите, ебать, когда он спускается, бо он нихуя не видно. Я представляю, как у Вайда лагает. У него, я видел, как у него на лече, блядь, лагает. Я представляю, как здесь. Там, наверное, просто минус один кадр, нахуй, я не знаю. Там, минус два. Да, закорневали его. Стоит, его не грипнешь. Слава, я сейчас спать убежал. Ну замена ходом. Старый, ну ты доволен. Доволен. Недоволен, видимо. Кстати-ка, слышишь, а вчера-то ФК килл, блядь, этого карася был. Отдал ты как за обычно. Накинь призну. Ну за карася сотка за обычные. Все, за карася же он же вроде вчера двойной кинул. Я говорю не за Лара, а за карася. Да вчера мы ну, так я что за него говорил, он же вроде за двойной дал, нет? ИП. Он дал двойное за карася. Я же за карася тоже говорю. Да что ж это? Танков дисплей, блядь. Оглушение дисплей.